Доброе утро, друзья! Для того, чтобы рабочий день был продуктивным, его надо правильно начать, с правильного завтрака. Меня зовут Вячеслав Горбатов, этим и займемся. Сегодня приготовим баклажаны, печеные с филе цыпленка и сладким перцем. Возьмите баклажаны, сладкий перец, филе цыпленка, греческий йогурт и соль. Чистим от кожицы, нарезаем кубиком. Таким же кубиком нарезаем сладкий перец и филе цыпленка. Для того, чтобы у баклажана ушла горечь, посыпаем его солью и перцем, сбрызгиваем соком лимона. Нам понадобится противень и фольга. Чистили. Кубик. Соль. Перец. Пару капель лимона. Сладкий перец берем. Желтый-красный. По половинке. Тоже нарезаем кубиком. Смешиваем с баклажаном. Филе цыпленка тоже нарезаем кубиками. Фольга. Растительное масло. Температура 180 градусов, 10-15 минут. Пока запекаются баклажаны, приготовим к ним соус. Для соуса понадобится греческий йогурт натуральный. Размешиваем его с соком лимона. Несколько капель. Соль, перец и рубим в него зелень, базилик в данном случае. Все размешиваем и достаем баклажаны. Выкладываем курицу с овощами, с баклажанами на тарелку. Поливаем соусом. Наш правильный и быстрый завтрак готов. Приятного аппетита!